Пользователи мобильного приложения Дом РФ теперь смогут воспользоваться платежным сервисом Apple Pay. Клиентам теперь не нужно совершать длинную цепочку операций, заходить в приложение онлайн-магазина, указывать все реквизиты карты и вводить пароль. Чтобы начать работу с электронным кошельком, нужно просто зайти в приложение банка. В параметрах карты нажать на значок электронного кошелька и подтвердить подключение к устройству с iOS. Более подробно о новой услуге банка читайте в ленте новостей.